Подведение итогов всероссийской переписи населения стартовало в регионе. На протяжении месяца на территории области собирались данные о ее жителях не только в очном формате, но и удаленно через портал государственных услуг. Перепись уникальна в том, что она цифровая, первая цифровая. То есть у нас тремя способами переписывались люди. Она сайте ЕПГУ, то есть сайт госуслуг, могли самостоятельно заполнить переписные листы. Второй способ – это переписчики, но они также переписывали на планшетные компьютеры, то есть это тоже способ цифровой, считаем. И могли переписаться на стационарных участках, таких у нас было 47, и еще один участок был у нас в МФЦ. По домовой обход совершали 287 волонтеров-переписчиков. Взаимодействие с гражданами происходило по всем правилам антиковидной безопасности. В целом перепись по сообщению специалистов прошла успешно. Предварительные результаты будут известны в апреле 2022 года. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21.